Добрый день, это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И недавно весь мир, не побоюсь этого слова, всколыхнула новость из Египта, где, как было объявлено, был обнаружен новый, неизвестный ранее город, который тысячелетиями лежал под песком. И вот, наконец-то, его раскопали, и его уже успели окрестить египетскими Помпеями. Вот. И сегодня мы будем выяснять, что же это за город? Настолько ли сенсационна эта находка? И можем ли мы действительно говорить о том, что этот город обнаружен с нуля? И у нас сегодня на связи преподаватель древнеегипетского языка, научный сотрудник археологического института имени Макдональда в Кембриджском университете Александр Локтионов. Добрый день. Добрый день. Обратились мы специально к вам, потому что, как мне сказали знающие люди, вот археологией этого периода и именно конкретно этого региона занимаются в основном в Англии. У нас не очень-то там копают. Ну и действительно, вот я знаю по нашим знакомым, этот период мало кто изучает, именно с археологической точки зрения. Правильно? Ну, в общем, наверное, да. Действительно, Институт Макдональда уже долгие годы занимается археологическими работами, вот как раз связанными с периодом 18-й династии. Лично я занимаюсь в основном текстами этого периода, но все-таки надеюсь, что про археологию кое-что точно могу рассказать. Угу. Давайте тогда начнем с местонахождения и находки, я имею в виду, самого этого города, и с времени, да, вы упомянули, что это 18-я династия. Где это находится и что это за время было в Египте? Вот такие, ну, то есть речь идет о Малькате, то есть это местонахождение, в общем-то, грубо говоря, Люксор, то есть мы на юге Египта. 18-я династия, когда впервые началась, то столица была вообще-то в древнеегипетских Фибах. То есть в более позднюю фазу 18-й династии столицу уже перевели на север, в дельту, близко к Мемфису. А в это время все еще мы находимся на юге. И это период, который принято считать древнеегипетской империей. То есть Египет в это время распространяется вообще от реки Евфрата до Южного Судана. То есть это одно из самых больших государств, которое когда-либо существовало в то время. Очень-очень богатый, фараон имеет огромную власть. И вот это время 18-й династии как раз связано с определенными теологическими реформами. То есть некоторые склонны говорить о революции, то есть об отмене богов и о появлении солнца, то есть солнечного диска как единого бога. Я не совсем с этим согласен, особенно именно еще в период Аменхотепа III. Но вот как раз вот эта вот находка связана с вот этим переходным периодом от многобожья к солнцепоклонничеству. И мне кажется, что вот в этом большая ее важность. И, насколько я понимаю, этот город, его создание принадлежит Аменхотепу III, а это, чтобы было совсем понятно, это дедушка Тутанхамона, того самого знаменитого, и отец Эхнатона, не менее знаменитого в исторических кругах, как раз того человека, который устроил вот эту вот революцию с попыткой введения единобожия, там, монотеизма первого, как говорят. Правильно? Да, то есть в целом да. Аменхотеп III, вот отец Эхнатона, он, в общем-то, очень интересная фигура. Вот именно просто как царь египетский, его правление 38 лет, одно из самых длинных правлений 18-й династии, и характеризовано, в общем-то, длинным периодом экономического процветания и мира. То, что, конечно, очень важно. То есть экономический рост большой, вероятно, был. Это отражено в его архитектурных действиях, в гробницах, которые часто очень действительно высокого качества. Но вот с теологической точки зрения это сложное такое время. То есть часто про Аменхотепа III говорят, что он своего рода идейный предшественник Эхнатона. И вот здесь, мне кажется, что это так и не так. То есть, с одной стороны, Аменхотеп III действительно стал развивать теологическое направление, по которому потом уже пошел Эхнатон и который он довел до конца. Но в то же время теология Аменхотепа III по-прежнему признает всех традиционных богов Египта. Она просто уделяет особое внимание солнечному диску, Атону. Но все же для Аменхотепа царь богов – это все-таки еще Амон, то есть традиционный царь богов. Само имя фараона даже, оно ведь значит Амон удовлетворен. А Атон – это скорее проявление Амона просто в его солнечной форме. Аменхотеп, он, безусловно, поклоняется солнцу, но он делает это в контексте многовековой теологической модели, которую он еще не пытается отменять. То есть, в общем-то, он эволюционер, а не революционер. А вот Эхнатон, как раз, вот наследник, сын, вот он идет другим путем. И в своей страсти к Атону он других богов, включая даже самого Амона, то есть царя богов, он их просто отменил. И вот это, безусловно, должно было вызвать, мне кажется, большие протесты и трения среди приверженцев культов с вот этими многовековыми традициями. Возможно, был открытый конфликт между опальной, старой и новой солнцепоклоннической теологией. Как раз вот тот конфликт, которого Аменхотеп III весьма умело избегал на протяжении многих лет. И дальше характерно то, что вот после смерти Эхнатона традиционные верования, когда возобладали, Аменхотеп остался в сознании древних египтян как великий, весьма набожный, правильный фараон благой памяти. Да, конечно, поклонялся Атону, поклонялся солнцу, но в этом ничего плохого нет. А вот Эхнатон, он еретик, память которого нужно было уничтожить. И, грубо говоря, я бы сказал, что Аменхотеп, скорее всего, был куда более искусный политик, чем его сын. Он тоже умел продвигать, что ему было важно. Он, в общем-то, солнцепоклонничество ему было очень важно. Но при этом он людей не злил. И, конечно, очень интересно будет увидеть, вот насколько сильно эти теологические особенности вот этого переходного периода отражены в только что раскопанном памятнике. Отлично. И вот, собственно, сейчас мы переходим к самой этой столице Аменхотепа. Нам уже объяснили, кто это такой и чем он важен. И мы, собственно, поговорим о самих этих раскопках. Но вначале я хочу сделать объявление небольшое о том, что в описании к этому видео мы приложим подборку наших программ по Древнему Египту. У нас, естественно, хорошая школа тоже египтологическая в России, и мы с многими из них общались, из этих ученых. И поэтому вот туда в описании к видео приложим эти выпуски, можете посмотреть, в том числе о наших раскопках в Гизе, не только в Гизе, и вообще по всему Египту и окружающим странам. Ну и кроме того, не забывайте о том, что у нас есть, есть такая возможность оформить подписку на наш журнал, и тогда вы будете помогать нам, и мы будем технически совершенствоваться и гораздо спокойнее себя чувствовать в финансовом плане. Возвращаемся, собственно, к теме. Про этот город, да, его говорят, что его открыли везде. Но, насколько я понимаю, по сути, как археологический памятник он был известен, просто не был раскопан. Да, то есть, в принципе, история археологии в Малькате, она, безусловно, очень старая. То есть, тут мы говорим не только уже об истории Древнего Египта, но и также и об истории египтологии. То есть, история раскопок вот здесь уходит, вообще-то, корнями в 19 век. Еще в 1888 году, то есть 19 век глубоко, французский египтолог Жорж Дареси раскапывал там, ну, приблизительно там дворец Аменхотепа III, совсем рядом с тем местом, где сейчас работает вот, нынешний руководитель миссии Захи Хавасс. Так что, в общем-то, давно догадывались, что Мальката – это, конечно, место археологически богатое, частично раскопанное, частично нет. Но мне кажется, что, в общем-то, все-таки вряд ли кто-то ожидал найти там именно то, что удалось найти. Например, сам Хавасс, когда он начинал раскопки, насколько мне известно, он объявил, что это делается с целью найти заупокойный храм Тутанхамона. Вот что он искал. Это весьма логично, раз все-таки дворец Аменхотепа III был так близко, это дед, в общем-то, мы знаем, что 18-я династия те места любила, почему бы нет. Но так получилось, что Храм, во всяком случае, пока еще не нашли, а вместо этого вот откопали вот этот город. И, безусловно, с научной точки зрения это не менее важно. Может быть, немножко беспокоились, что это не вызовет такой же сенсации, как если бы там нашли Тутанхамона. Но вообще-то египетских храмов у нас гораздо больше, чем городов. А особенно таких достаточно, может быть, больших городов, которые могли бы дать нам детальные представления о каждодневном бытии египтян. А вот тут, да, мы, собственно, с Максимом Лебедевым много про это говорили, с нашим египтологом, о том, что Египту не повезло. Все пытаются раскопать какие-то храмы, пирамиды, гробницы. А вот, собственно, жизнь мало освещена, и археологи редко это копают. Вот сейчас уникальная возможность этим заняться. Но правильно ли я понимаю, что это не совсем типичный город? Это скорее какой-то такой город ремесленников, который обслуживал храмовый комплекс и дворец Аменхотепа? Ну, сложный вопрос. Думаю, что вы во многом правы. То есть город, безусловно, имеет тесную связь с Аменхотепом III и с его дворцом. Но на этой стадии раскопок, мне кажется, еще сложно с уверенностью сказать, был ли он только, в общем-то, для служащих дворцу и их семей, или был он несколько крупнее. То есть, конечно, поселение, и я уверен, что вы это уже обсуждали с египтологическими коллегами из России, поселения построены фактически исключительно с целью размещения обслуживающего персонала какого-нибудь государственного проекта. Это, безусловно, не редкость в Древнем Египте. Есть уже много примеров. То есть, например, для строителей пирамид в Гизе есть такое поселение, еще времен IV династии, то есть 1000 лет до Аменхотепа. Такого же типа городок в Эль-Лахуне, это среднее царство, где-то за 500 лет до Аменхотепа. Или, наконец, самый известный из городков такого типа, рабочий поселок, это Дейр-эль-Медина, то есть появилась в 18-й династии, примерно где-то за век до Аменхотепа III. Жители там строили и обслуживали гробницы в долине царей. Так что, конечно, вполне возможно, учитывая все это, что и здесь та же идея. То есть фараону надо было размещать своих людей, и для этого он построил город. Но мне все-таки кажется, что, скорее всего, в этом случае ситуация несколько сложнее. Исходя из того, что пока передает нам Захи Хавасс, речь все-таки идет не о городке или деревне типа Дейр-эль-Медины, а о чем-то гораздо больше. И я пока что археологического плана не видел, так что судить не могу, но вот что я слышал. И судя по весьма замысловатой архитектуре, обилию найденных, например, фараоновских печатей, и прочих признаков высокопоставленной административной активности, там, текстов, каких-то записей на керамике, например, нельзя исключить, что, может быть, даже здесь вообще была административная столица Аменхотепа III, может быть. Или, по крайней мере, город, где в определенных кварталах жили крайне богатые и влиятельные люди. Увидим. Во всяком случае, я думаю, что ремесленники, о которых вы сначала завели речь, составляли большую часть населения. Не знаю, исключительно они были или нет, но они были важны. А вообще, насколько хорошо нам известно ежедневная, обычная, такая партикулярная жизнь египтян эпохи 18-й династии? Это 14 век до нашей эры, например. Да, то есть это как раз, в общем, период где-то близкий моему сердцу, я довольно много этим занимался. Некоторые аспекты мы знаем достаточно хорошо, а конечно, некоторые гораздо хуже. Например, в последние годы в Кембридже я довольно много изучаю юридическую сторону социальной истории 18-й династии, и мне кажется, что с этой стороны, именно отношений между семьями и так далее, мы теперь знаем довольно много, хотя тут, конечно, речь идет о людях богатых. То есть достаточно хорошо изучены вопросы, связанные, например, с наказанием преступников, особенно тех, кто совершил что-то против фараона. То есть казни, каторга, телесные наказания. Много довольно статей вышло про это. Достаточно много знаем мы о том, как работал институт наследства, как можно было подавать в суд. Прежде всего, тут у нас научные успехи, и это, конечно, связано с обилием текстов. А вот с бытовой, такой вот чисто бытовой точки зрения, которая как раз построена на археологии, где речь идет о людях, которые, видимо, не имели доступа ни к суду, ни вообще к письменности. Дело, конечно, обстоит, ну, может быть, не так хорошо, хотя надежда, я думаю, есть. Про ежедневный быт, естественно, мало кто писал в древности. В общем, не самая животрепещущая для них тема. То есть опять приходится полагаться вот на такие места, как, например, Дейр-эль-Медина, о которой мы уже говорили, ну или на столицу Эхнатона Тель-эль-Амарну. А ведь эти места, они сами по себе вряд ли вполне репрезентативны. То есть Дейр-эль-Медина, ну, это вот этот поселок, но он ведь поселок самых выдающихся ремесленников. Вот не простых работяг, а таких весьма состоятельных людей на жаловании у фараона, которые, в общем-то, получали гораздо больше среднего. Богатые люди. А Тель-эль-Амарна, ну это вообще новая столица, построенная очень быстро, в весьма неестественных условиях, опять же, прежде всего для приближенных фараона. Ну, конечно, это не значит, что вот в этих поселениях мы не можем найти полезную информацию, ее там много. Планировка домов и комнат, например, помогает познать детали семейных отношений. Там есть кладовые, мастерские, которые знакомят нас с методами приготовления пищи и там, различных изделий, например, сосудов и амулетов, там, из стекла, из фаянса. Но вот бесспорно то, что появление на археологической сцене нового города, причем, возможно, значительно крупнее, чем то, что уже открыто, хотя это еще пока не ясно, должно было бы сильно расширить наш горизонт знаний. В особенности в том случае, если выяснится, что вот именно здесь население города не состояло только из элиты, которая кормилась вокруг фараона, а имела существенный компонент обычных людей. Ну, конечно, когда вот совсем обычными в кавычках, они быть не могли. Потому что египтянин, ну, обычный вряд ли жил в городе, учитывая ключевую роль сельского хозяйства в экономике. Домов из сельской местности до нас не дошло. Но чем больше удастся найти домов, ну, хотя бы относительно небогатых горожан, тем дальше мы сможем отодвинуться от вот этого достаточно хорошо изученного мира элиты. Может быть, мы как бы встанем на порог бытового мира обыкновенного населения. Хотя вот ну, за порог вряд ли зайдем, но хотя бы хоть так. Ну да, а у нас пока еще очень мало информации, потому что вот только недавно Захи Хавасс объявила вообще, в принципе, о том, что о первых результатах раскопок. Но вот я поизучал Facebook египетского археолога Салимы Икрам. Она упоминает о том, что там найдено большое количество зернотерок, какие-то даже остатки рыбы, то есть кости, видимо, горшки, еще что-то. Что мы вот сейчас знаем? Там, я так понимаю, есть большой пласт бытовой культуры, да, и вот эти раскопки нам дадут информацию. Да, надеюсь, что да. То есть, безусловно, о приготовлении и хранении еды мы точно должны много узнать. И здесь я, конечно, смотрю на это больше с точки зрения такого классического неполевого египтолога, именно, в общем-то, филолога. И я здесь еще во многом думаю вот не только там о рыбе, там о зернотерках и так далее, хотя все это, безусловно, очень важно, но также еще о текстах. То есть на многих горшках и сосудах есть еще ведь и надписи, из которых можно будет узнать, что в них было, кому оно предназначалось и где хранилось. Может быть, если еще удастся найти захоронения, связанные с городом, я знаю, что Захи Хавасс вот сейчас активно их ищет, то появляются возможности тогда проводить и остеологический анализ. Ну вот от этого я уже, по правде говоря, совсем далек, но, например, по костям иногда можно выявить недостатки белков, авитаминозы, еще ряд потенциальных диагнозов, связанных вот именно с диетой. Ну и, конечно же, Салима совершенно права, необходимо сейчас очень тщательно документировать все находки костей, семян, других следов съестного. Вот мне было бы интересно, конечно, подумать о том, насколько равномерный был доступ к еде у всего населения. Можно ли связать некоторые виды пищи с определенными кварталами или даже с определенными социальными классами? Как было еще поставлено водоснабжение? Вот тоже всегда очень, очень важный вопрос в любом египетском поселении. Ну и конечно, вот это вот соотношение археологии и текста, то есть совпадают ли вот археологические находки с тем, что, например, написано на этих горшках. И вот я надеюсь, что все эти вопросы, ну, полностью мы на них вряд ли ответим, но если этот город действительно настолько большой и хорошо сохранившийся, как дает нам понять Хавасс, то я думаю, что что-то все-таки прояснится. А вы упомянули, собственно, надписи на горшках, да? Я так понимаю, что это основная масса текстов, которая может происходить из этого города. А что такое вообще древнеегипетская эпиграфика? А что писали на горшках, на твердых предметах? Может быть, какие-то посвятительные надписи, какие-то более развернутые формулы, там, не знаю, или только просто сахар-соль? Вот так, грубо говоря. Ну, вот тут надо будет посмотреть, потому что очень-очень разные есть варианты. Обычная вот такая модель — это то, что просто на горшке написано, ну, что в самом горшке, и, возможно, кому этот горшок принадлежит, или куда он должен быть направлен. То есть, если, например, это горшки, связанные с кладовыми фараона, то можно будет понять, что вот это вот, ну, не для простого народа, а, в общем-то, для людей очень высоко поставленных. Но надо, вот, увидим, потому что, опять же, у египтян, у них же, в общем-то, бумаги нет, ну, есть папирус, но папирус очень дорогой. Поэтому керамика, например, сломанная керамика, очень часто использовалась потом и просто для уже какого-то другого письма. То есть, например, юридические документы. Кто-то что-то у кого-то купил, и надо ну, записать, что состоялась купля-продажа. То есть мы должны это пометить на поломанной керамике, потом это выбрасывается. Вот оно у нас хранится. В некоторых случаях, например, в той же Дейр-эль-Медине даже, там вообще на керамике сложные тексты есть. Сложные тексты юридического характера. В некоторых случаях просто письма людей друг к другу. То есть можно найти, ну, в общем-то, почти что все, что угодно. Так же, как вот сейчас люди почти все, что угодно записывают на, ну, просто на клочках бумаги. Даже, но об этом пока еще рано говорить, если это большой город, не исключено, что можно найти папирусы. Либо папирусы, либо, например, в Амарне найдено много клинописных текстов. То есть вот эти вот амарнские письма. Дипломатический архив знаменитый, да. Вот это, да, очень знаменитый архив. Фивы на юге, ну это, конечно, некрополь, но, возможно, здесь тоже будет некрополь. Там найдено много папирусов на самые разные темы. Речь, скорее всего, будет идти тут не о иероглифах, а о так называемом иератическом письме, то есть курсив, который наносился кистью на папирус или на керамику. Но, вот, конечно, мне, как человеку филологического склада, вот этот элемент раскопок, конечно, очень интересен. Я с нетерпением жду, что они там найдут. Хорошо. Еще первое, что бросается в глаза, когда смотришь фотографии из этого города, это вот такие уже теперь знаменитые синусоидные или такие волнообразные стены. Салима упоминает у себя в Фейсбуке, что они разделяют кварталы. Вообще, насколько эта постройка типичная для Египта того времени? Потому что у меня, я когда первый раз увидел, сразу как раз вспомнил, кстати, Великобританию. Там вот эти вот заборчики, которые также построены. Что это такое вообще? Насколько это типичная штука? Да, это... Нет, ну это действительно невероятно интересные сооружения. Ну, я бы не сказал, что для Египта они вот тут совершенно уникальны в этой ситуации. То есть, например, 5 лет назад вышла работа такого американского научного сотрудника Орена Сигля в журнале Американского исследовательского центра в Египте, где он как раз показал, что вот стены такого типа вообще-то достаточно характерны для архитектуры еще среднего царства. Правда. Вот потом, через 500 лет, они почему-то снова вошли в моду на короткое время, в период Аменхотепа III и Эхнатона. То есть, например, есть подобные стены в Амарне. И вот почему именно фараоны, любители Атона, решили возобновить вот давно оставленный архитектурный стиль, ну, мне это, конечно, не совсем понятно. Но, возможно, просто мне так кажется, цель — имитировать волны на поверхности воды. То есть вот это вот движение, так как вода и отражающееся в ней солнце, вот это действительно достаточно часто встречается в атенидских текстах, то есть в этих солнцепоклонничестве. И вот им интересовались вот идеи, вот как вот солнце, оно светит на воду, там оно идет в разные стороны. Вот может быть вот это. А вот идея насчет Англии, это мне нравится, я рад, что вы это упомянули. И, кстати, вот как раз вот здесь вот у нас вокруг Кембриджа, в Восточной Англии, вот таких стен довольно много. И я бы сказал, что вот гипотеза, которая меня привлекает больше всего, это то, что они вообще-то предназначены были для обороны. То есть, если пехота бежит вот на такую вот стену, которая идет кренделем, то ее форма не дает целому ряду солдат полезть на нее одновременно. То есть, кто-то уже лезет, а кто-то еще до нее не добежал. И мне кажется, что интересно, что вот эти стены вот в Англии, вот во всяком случае у нас, они как раз появляются в период английской гражданской войны между королем и парламентом. То есть вот именно тогда их начинают строить. Вот, правда, конечно, насколько вот сравнение с Англией может помочь понять нам стены Аменхотепа, сказать сложно. Судя вот, по самым первым фотографиям, которые я пока что видел, в городе эти стены, в общем-то, они довольно тонкие. Оборонительными, мне кажется, что они не выглядят. Они, в общем-то, тут другая форма. Но надо будет внимательно смотреть на план города, то есть установить внутренние это стены или внешние стены. Если внешние, тогда все-таки, может быть, стоит об этом подумать, но если внутренние, тогда нет. Пока что я все-таки склонен полагать, что они наверное, имеют эстетический характер, скорее всего, связанный с водой. Я слышал еще версию о том, что такие формы стены здесь строят для экономии кирпича, потому что вот ты можешь выстроить стенку в один кирпич толщиной всего лишь, и которому не нужны вот эти контрфорсы, которые будут удерживать. А вот так и получается в итоге меньше, хотя, казалось бы, длиннее стена получается, но вроде расход меньше. Да, это тоже интересная, конечно, гипотеза. Вот я таких стен вот видел тут довольно много, вот вокруг просто в сельской местности у нас. И мне кажется, что, конечно, уход за ними гораздо сложнее. В принципе, структура не очень практическая, потому что кирпича-то надо много. Но не знаю, что, безусловно, правда, это то, что вот этот период, и особенно вот немножко позже, вот уже Эхнатон, связан с изменениями в кирпичных технологиях. То есть обычно в Египте используются вот огромные такие кирпичные блоки. А Эхнатон в своей столице переходит в общем-то, на маленькие кирпичики, так называемый талатат. То есть маленькие, их легче переносить, из них легче строить какие-то, вот, может быть, замысловатые формы. И легче их, вероятно, было транспортировать длинные дистанции. Так что хотелось бы побольше просто узнать про эти стены, узнать, из каких блоков они все-таки построены, все еще вот из вот этих традиционных грандиозных, или из каких-то блоков поменьше, и попытаться понять, насколько важную роль тут играют новые кирпичные технологии того времени. Хорошо. Опять же, упоминается вот в тех коротких сообщениях, которые пока поступают оттуда, большое количество всяких бытовых предметов, рассеянных буквально по территории города, и поэтому, я так понимаю, очень часто называют это египетскими Помпеями. А вообще, что мы знаем о том, как столица из Мальката переносилась туда, в Амарну? Насколько спешно это происходило? Насколько быстро был оставлен этот город, который нашли? И почему, собственно, была перенесена эта столица? Ведь, мне кажется, Эхнатону не обязательно было куда-то переезжать. Прям что. Да, безусловно. Сравнение с Помпеями, оно, в общем-то, оно интересно. Это, я уже, конечно, много раз об этом говорилось в медиа, и я бы сказал, что это, в общем, наверное, наиболее адекватный термин из того, что пока что нам предлагалось. Во всяком случае, такое сравнение гораздо более уместно, чем, например, другое сравнение с гробницей Тутанхамона, которую я тоже слышал уже несколько раз. То есть, по крайней мере, здесь вот и этот город, и Помпеи — это все-таки существенные населенные пункты. Они оба были заброшены, оставили нам уникальную информацию о городском быте. Так что с точки зрения прессы это, в общем-то, неплохо. Но в то же время мне кажется, что сравнение оно совсем не идеально. То есть, во-первых, Помпеи после извержения Везувия — это, это мертвая точка. То есть никого там больше нет 1000 лет. А вот город Аменхотепа III, видимо, все-таки совсем нет. То есть даже вот на этой относительно ранней стадии раскопок уже установлено по меньшей мере 4 стратиграфических слоя, то есть по крайней мере 4 эпохи проживания. И люди жили там, ну вот при Аменхотепе III, потом они уехали. Непонятно пока почему. Но потом ведь они при Тутанхамоне вернулись. И жили там еще при его наследниках, в самом конце 18-й династии. А ведь город тогда уже не был столицей, но продолжал, видимо, играть какую-то достаточно важную роль. А выше, там еще стратиграфические слои, которые указывают на проживание дальнейших поколений на точке, вплоть вообще до коптского периода и владычества Византии. Ну, почти до самого уже арабского завоевания. То есть над Аменхотепом там у нас 2000 лет городской истории. Вот надо будет тут разбираться. А вот, конечно, вот вопрос о скорости покидания людьми, вот это тут надо думать. То есть, конечно, это не Везувий с Помпеем, где речь идет о считанных часах. Переезд в Тель-эль-Амарну все-таки чисто практически должен был занять месяцы, а может и несколько лет. Для начала просто потому, что тут мы говорим о Люксоре, а Амарна это 400 километров, то есть тут даже передвигаться надо, это нет уже у них там скоростного поезда, как они будут это делать, время надо. И очень сложно сказать, с какой скоростью точно это происходило. Сам Эхнатон, мы знаем, переехал не раньше 5-го года своего правления, возможно и позже. То есть у нас есть стелы на границе Амарны, где указано, что 5-й год я принял решение, снизошло на меня откровение переехать в новую столицу. Так что, если так, если тут речь идет о годах целых, то у жителей было бы время, в общем, я думаю, многое увести. И это, безусловно, должно отразиться в том, что будет найдено. Да, город все равно оставлен быстро, и, конечно же, все не увести, но переезд от вулканического взрыва сильно отличается. И не исключаю, что большинство оставленных предметов, грубо говоря, может быть, это вообще древний хлам. Угу. То есть, так же, как сейчас, например, если человек переезжает, то не всегда забирает с собой там старый диван или сломанный холодильник, особенно если это есть уже что-то лучше в новой квартире. Пришло новое время, старое оставили и уехали. Но нам-то мусор интересен. Но еще просто тут хочу сказать пару вещей. То есть еще можно представить себе, мне кажется, и немножко другой сценарий, тоже очень интересный. И это известно, что во время Эхнатона по Египту, да и, в общем-то, и другим государствам Восточного Средиземноморья тоже, например, по Хетскому царству в Анатолии, ходила какая-то страшная инфекционная болезнь. Про это мы знаем. То есть, например, египтяне и хетты переписывались на эту тему в знаменитых амарнских письмах, про которые мы уже говорили, в клинописных источниках. Это как раз документы именно времен Эхнатона, так что чуть позже. И причем хетты утверждали, что болезнь пришла из Египта. И есть даже гипотеза, что от этой неизвестной болезни умер и сам Эхнатон. И что из-за этого же фактора забросили его столицу. Конечно же, в текстах самого Эхнатона в Египте про это не говорится, но это не очень и удивительно, потому что фараоны, в общем-то, склонны в своих памятниках говорить о хорошем, а о том, что народ вымирает, вряд ли бы писали. А если представить, что первая волна такой эпидемии, что если она была чуть раньше, не в конце Эхнатона, а ближе к началу, или вообще на стыке Аменхотепа III и Эхнатона, то становится вполне возможно, что люди бежали от эпидемии. И тогда у нас ситуация, когда переезд становится гораздо более беспорядочным, и тогда, может быть, брошено было гораздо больше. Так что, пока неизвестно, насколько это вероятно, но я бы, безусловно, не исключал пока что такую возможность. Угу. Хорошо, будем тогда заканчивать. Вот скажите, вы как специалист, как вы сами говорите, более филологического склада и специалист по эпохе сына Аменхотепа, того человека, которому принадлежал город, какую информацию вы ждете из этих раскопок? Понятно, да, что письменные источники. Что еще? Что поможет вам выстраивать ваши какие-то дальнейшие исследования? Ну, очень интересно будет, вот как я уже говорил, проследить гидрологический вопрос. То есть, что делается с водой, где будут найдены колодцы, если они будут вообще найдены, на каком расстоянии от Нила в то время стоял город. Потому что, как хорошо известно, Нил мигрирует. Есть, ну, почти что каждую декаду мы видим какие-то перемещения. Много довольно было опубликовано в египтологии уже за последние лет 30 на тему того, что вот эти вот изменения, религиозные изменения, политические изменения могли быть связаны с режимом Нила, то есть высокий Нил, низкий Нил. Мне кажется, что любая информация, вот, связанная с водой, которая может вытечь из этих раскопок, была бы очень важна. Опять же, архитектурно тоже тут надо многое изучать. То есть правление Эхнатона связано с уникальным стилем, как мы знаем, вот этот так называемый амарнский стиль, где уклон в несколько другие формы изображения, например, фараона, то есть вот не такой вот нетрадиционный, застылый несколько стиль царского изображения, а вот попытка воспроизвести жизнь. Интересно будет увидеть, насколько вот уже в этом городе, еще при Аменхотепе III, мы видим изменения в искусстве. То есть вот это, мне кажется, могло бы нам помочь действительно установить, насколько Аменхотеп III далеко зашел в своем атенизме. То есть был ли это человек, который поклонялся солнцу, но в целом, в общем-то, фактически во всем был традиционный фараон, который уважал всех богов, уважал артистический канон, продолжал все делать по-старому. Или был ли это кто-то, кто, в общем-то, уже изменил модель искусства, то есть который уже переходил к атенизму как в религии, так и в жизни, и в скульптуре, и в архитектуре, и так далее, но просто-напросто не отменял других богов, чтобы не идти на конфликт. Если это второе, то тогда, конечно, так называемая революция Эхнатона, в общем-то, не совсем революция, то есть тут переход небольшой. А вот если первое, то есть если мы в этом городе обнаружим, в общем-то, достаточно традиционный, вот такого старообразный египетский город, то есть обычная 18-я династия, ну, сопоставимая, скажем, не знаю, там, с Хатшепсут или там с Тутмозом III, то тогда, конечно, придется вернуться вот к идее, ну, если не революции, то, по крайней мере, действительно очень существенных перемен. Отлично. Спасибо вам большое. Будем ждать вместе новых исследований и новостей от Захи Хавасса, который раскапывает этот город. И я думаю, еще потом будем с вами обсуждать их. Рад буду. Спасибо большое. До свидания. Итак, это была программа «Прошлое». Хотелось бы выразить отдельную благодарность нашему подписчику Игорю Филенкову, который навел нас на эту тему. Честно говоря, вот эту новость про обнаружение, точнее, про начало раскопок этого города я пропустил. А наш бдительный подписчик, слушатель Игорь Филенков, обнаружил ее и указал мне в нашем секретном телеграм-канале, в котором мы с подписчиками обсуждаем наши прошлые и будущие эфиры. Также во время подготовки к этой программе я постарался ответить на вопросы, которые присылала Ольга Линдина и Владимир Новиков. Напоминаю, что доступ в наш телеграм-чат получают те люди, кто оформил подписку ежемесячную на журнал «Прошлое». Оформить ее можно, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Как я уже говорил, у нас только на YouTube сейчас больше 20 тысяч подписчиков, а в общей сложности наша аудитория где-то около 100 тысяч. А поддерживает нас почему-то только 370 человек. Я считаю, что это неправильно, поэтому призываю вас оформлять подписку на журнал, если вы хотите, чтобы мы продолжали свою деятельность. Всем спасибо. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.